Эти кинокадры сняты в Ордена Трудового Красного Знамени в Физико-энергетическом институте. Высоким уважением у своих товарищей пользуется лауреат Государственной премии СССР Михаил Егорович Минашин. За годы работы в институте он прошел путь от инженера первой в мире атомной электростанции до руководителя научного отдела, занимающегося разработкой энергетических ядерных реакторов. Высшим для себя отличием ученый-коммунист считает доверие коллектива. Минашин неоднократно избирался в состав партийного бюро цеховой организации. Он депутат областного совета народных депутатов, а сейчас назван делегатом 26-го съезда КПСС.